что ж, чудненькое время мы выбрали для тест-драйва. Ну а про чудненькую контору Toyama Auto, что на Ленина 18, мы вам рассказывали давно. И, в общем, пока вы смотрели наши приключения в Японии, ну и затем те два чудненьких черных джипчика, есть еще один такой автомобиль, на котором мы ранее не катались, и который выполняет функцию джипа, небольшого джипа в городских условиях и не только. Это Mitsubishi Pajero Evo. Причем машина, которая позволяет вам действительно серьезно преодолевать бездорожье, ездить на охоту, на рыбалку, да куда угодно, потому как есть здесь чудненькая блокировка. И при этом есть еще и коробка-автомат. И при этом DVD и одновременно с этим отдельное музыкальное головное устройство. Две подушки безопасности. Ну, скажем, теперь уже о политике от Toyama Auto. Да, господину Черкову приходится подчас не сладко ставить свой бизнес с позиции минимальной цены на автомобили. А теперь, и вот у меня братишка есть, он такой, ну, слегка торопящийся. Так вот я всегда говорил, что спешка нужна при ловле блох и при неспешной покупке, извините вот за витиеватость моего выражения, автомобилей типа Mitsubishi Pajero Evo. А теперь цена автомобиля с пробегом 60 тысяч километров. Без пробега по России. Так, держитесь крепко. Я давно спрашивал, а можно ли привезти, ну, скажем так, джип за сумму, эквивалентную 10 тысячам евро. А можно и дешевле. И вот, пожалуйста, 320 тысяч. Ну что, неплохой автомобиль, по-моему. Неплохой джип, да, за такую сумму.